Икона Божией Матери Феодоровская Костромская по преданию относится к 70 иконам, которые написал сам евангелист Лука. Ее история связана с судьбой Руси. Обретена икона была в трудные времена междоусобиц и монголо-татарского нашествия. Долгое время образ сопровождал князя Ярослава Всеволодовича в крещении Феодора, а затем его сына, князя Александра Невского. Эта икона не совсем обычная, она двухсторонняя. На ее обратной стороне образ святой великомученицы Параскевы, изображенный в богатом княжеском одеянии. Предполагают, что это связано с супругой святого Александра Невского. Широкое распространение почитания иконы Божией Матери Феодоровской связано с событиями начала 17 века. Закончилось смутное время, и в 1613 году чудотворной Феодоровской иконой из Костромского собора был благословлен при избрании на царство Михаил Романов. В память об этом историческом событии было установлено повсеместное празднование иконы Феодоровской Богоматери 27 марта. Появились многочисленные списки с Костромской Феодоровской иконой.